Другим темам. В Саратове больше 3000 школьников стали участниками ежегодной патриотической акции. В Парке Победы на Соколовой горе выпускники 2015 года отдали дань памяти выпускникам рокового 41-го. Тем, кто на следующий день после выпускного бала отправился на фронт защищать родину. Школьники-участники акции возложили цветы и поставили зажженные свечи к мемориальному комплексу «Журавли». Также в рамках проекта «Вахта героев Отечества» на мероприятие со всей страны прибыли 20 человек, имеющих наивысшую государственную награду – звание Героя России и Советского Союза. Участниками патриотической акции также стали ветераны войны, выпускники 41-го года. 14 лет девчонки шли. Вы понимаете, что значит девчонка? Месячная начинает что она делать среди ребят? Вот, пошли на фронт, сказал... Кто не хочет защищать родину, пусть идет домой. Никто не пошел.